здорово, двигайтесь тут, блин. Слышали? Там в концертном зале опять что-то происходит. Какая-то движуха, не знаете? Не слышали? Может, вы опять всю эту наводите, там нет? Мистер Академия, он уже закончился. Сейчас будет новый конкурс. Мисс Академия. Где мы выберем, кто будет самой красивой девушкой в этой академии. А ты собираешься идти на этот конкурс? Да что я там забыл? На кого мне там смотреть? Hey! Привет всем, кто пришел сюда на Мисс Академия. И вы знаете, мы хотим рассказать вам небольшую, но очень интересную историю. Цок-цок, в академию зашла она. Цок-цок, сразу всех сразила с ума. Цок-цок, был там один крутой пацан, но теперь сражен он наповал. Цок-цок, цок-цок, в академию зашла она. Цок-цок, сразу всех сразила с ума. Цок-цок, был там один крутой пацан, но теперь сражен он наповал. Цок-цок. Нашего героя зовут, ну допустим, Айнур. Душа компании даже не зареган был на боду. Выручит в любую минуту, поможет везде. Настоящий друг, каким быть могут не только лишь все. Ему позвони и скажи, тут проблемы, братан. И вот одна нога здесь, а другая там. Вот такой пацан Айнур. Были мечты, цели, перспективы. И однажды он встретил Нику, она была очень красива. Самодостаточно, грациозно, неуловимо. Спорт на первом месте, стрелять фотиком любила. Новую высоту Ника каждый раз брала. Не только в спорте, но и в медиа успешно вела дела. Как-то раз снимала баскетбол, и вот тогда Айнура покорила до конца. Кавказская кровь взяла свой верх. Разожгла сердца игравших рядом с ней парней. Вела себя дико, Ника, типа на нее не гони-ка. А то удалит из памяти ее любимый Никон. Теперь не спит, не ест Айнур. В его мирном сердечке Ника разожгла войну. Говорит ребятам, все хорошо, все окей. Глаза в пол, все понимали, болеет кем. Погубила Ника парня за короткий срок. Теперь малой под каблуком. Цок-цок. Цок-цок, в академию зашла она. Цок-цок, сразу всех сразила с ума. Цок-цок, был там один крутой пацан, но теперь сражен он наповал. Цок-цок, цок-цок, в академию зашла она. Цок-цок, сразу всех сразила с ума. Цок-цок, был там один крутой пацан, но теперь сражен он наповал. Цок-цок.